Всем привет! Сегодня я приготовила для вас мастер-класс по изготовлению корзинки с искусственными цветами. Для работы нам потребуется корзинка, специальная пена для искусственных цветов, сами искусственные цветы, секатор, нож и клей-пистолет с горячим клеем. Для начала необходимо обрезать кирпич с пеной под форму корзины. Аккуратненько замеряем и отрезаем. Замачивать этот кирпич не нужно, так как цветы у нас в нем будут искусственные. Подходит. Осталось закрепить его на горячий клей. Плотно прижмите и подождите примерно с полминутки. Дальше приступаем к цветам. Я начну делать лицом к себе, потом буду в процессе переворачивать, показывать вам, что получается. Начинаем с более высоких цветов. Делаем из них задненько. Для пущей уверенности лучше приклеивать каждый цветок на клей. Что хорошо при работе с искусственными цветами? Во-первых, вы не боитесь их сломать или повредить, а во-вторых, если вы воткнули цветок неудачно и вам не нравится, где он расположен, вы можете спокойно его вынуть и воткнуть заново в то место, которое нужно. Издержки профессии. Клей везде. Давайте пока покажу вам, что получилось. Остается нам только забить вот эти вот прогалы, где видно губку. Будем делать это с помощью вот такой вот мелкой зелени. Аккуратней с пальцами, не суйте их под секатор. Все, вот такая прекрасная корзинка у нас с вами получилась. Задавайте ваши вопросы в комментариях, я с удовольствием вам на них отвечу. Всем пока! Kidsad.ru – все для сада и дачи.